спортивного спортсмена? Я не могу сказать, что это трудность. Это, скорее всего, особенность того, что мы не привязываемся к месту, городу, к стране. Мне, как любой женщине, хочется гнездиться, так сказать, создавать уют. И с этим есть трудности, потому что часто переезд и нет постоянного места жительства. График и режим нам установил Леонид, по большей части. Мы сейчас соответствуем его режиму, просыпаемся в 7:30 утра. Саша готовит завтрак Ленечке, проводит с ним время, ходит на тренировку, возвращается. Он может уложить его на дневной сон. После мы обедаем, и у нас тихий час обязательно. У меня с Леней тихий час. Да. Саша прекрасный отец. Может выполнить те функции, которые выполняет мама. И в первые месяцы жизни ему, как настоящему лидеру, было сложно делегировать какие-то обязанности. Например, там, чтобы я сама искупала ребенка. Ему нужно было все контролировать, смотреть. Нет, я хотел, чтобы ты отдыхала. Возможно, и так. Нелегкий труд. Я же все видел со стороны, как это все проходило. Да, поэтому... Саша был вместе со мной на родах. Вы переехали в лес, у вас родилась дочка, да? Да. Каково это, когда ты переезжаешь на новое место и сразу столько хлопот? Было очень тяжело, потому что, ну, у нас как бы вся семья находится в Минске, и мы остались один на один, скажем так, с нашим ребенком. И это, наверное, прямо, ну, это было классный опыт, чтобы прокачаться в нашем родительстве, но это было прям тяжело. Даша, вот как Саша проявил себя в этот период? Классно. Ну, наверное, это прямо, я готова всегда по жизни говорить ему за это спасибо. Он сыграл как... командный игрок. То есть у нас было реально, вот мы сработали как команда. У нас не было такого, что это чисто моя работа. То есть я как мама должна делать, наверное, что-то больше. Нет, он делал со мной все наравне. Где-то и менял памперсы, где-то и вставал ночью, мог поиграть. Да, было даже такие истории, что он вставал в 3 часа ночи и уходил играть с ребенком. Много ли времени отнимает собака? У вас как бы ребенок, собака, игры, сборы. И у вас как бы... По ощущениям, очень суматошно все это происходит. Так и есть. Мы просто уже привыкли к этому режиму, и мы там, типа, рассказываем. Ну, а люди, которые там нет собаки, там нет ребенка, они там чуть по-другому, они такие, типа, мы там сидим целый день дома, и там, может, не так там активно, и все. А для нас это уже, ну, наверное, обычно. Но если так вдуматься туда, если там встать в 7 утра, то там пересядешь уже только в 11. И понимаешь, что да, нужно всех обслужить. За всеми там дать покушать, собрать и все такое. Ну, глобально это старший наш ребенок. По времени, да, это наш старший ребенок. Это первенец, это второй ребенок, да. Не говорите ли вы дома о гандболе и переживает ли вообще Саша по поводу поражений? Я могу сказать так, что гандбол чаще всего у нас остается за порогом. Саша не любит проигрывать, поэтому в этом сезоне проигрышев не было. Не ревнуете ли вы Сашу поклонницам? Поклонниц у него достаточно много, есть даже аккаунты. Серьезно? Да. Ну вот Саше 8 лет, и за 8 лет он ни разу не дал мне усомниться, что я самая любимая, самая единственная. Саша очень внимательный муж. Поэтому у меня никогда даже не было ни повода, ни мысли. Фан-аккаунт, скорее всего, она сделала. Перед отъездом во Францию Саша получил тяжелую травму. Это был сложный период? Да, это был сложный период для нас, но я сразу Саше сказала, что, наверное, так Бог нас готовит к чему-то очень хорошему и прекрасному. И так случилось в период Сашиного восстановления. Я забеременела Ленечкой, и как Саша говорит, что это дало ему какое-то второе дыхание, больше сил, больше мотивации восстановиться. Хорошо, а в чем для вас проявляется поддержка жены? В каких-то, может, моментах, мелочах? Еще со времен, когда мы познакомились в Краснодаре первый раз, Тая пришла на игру, и я игру ту очень хорошо сыграл. И с тех пор она старается приходить на каждый матч по возможности. Ну, естественно, в Бресте, приезжает и в Минск, также даже в Питер вот ездила, потому что когда она на игре, для меня это какой-то стимул, мотивация. И, ну, я чувствую, что кто-то за меня точно здесь болеет, поэтому, естественно, поддержка от нее огромная, я это чувствую. У Саши были тяжелые травмы, когда вы жили в Германии, когда ты играл в Германии.
Как вы переживали это время и справился ли бы ты без Даши? Ну, скажу так, наверное, травма была не столько там серьезная, как там ее восстановление, там правильность восстановления и там начало там нагрузок и все такое. То есть, и, наверное, вот вход в гандбол после травмы оказался, скажем так, тяжелый, потому что ну, не смог я там вернуться на тот уровень. Я это чувствовал, понимал, ну и вижу, что-то не получается. То есть Даша видела, и там семья вся видела. И, ну, конечно, скажем так, семья, она, как говорится, и в радости, и в горе. То есть это поддержка. Даша всегда говорила, что там не переживай, все получится. То есть, ну, максимально там поддерживала и словами, и делом, там, и каким-то там советом. Если отвечать на этот вопрос, то, наверное, любая коллега из жен гандболистов, моя коллега, подтвердит мое слово, что каждый раз, когда парни выходят на площадку, неважно, где ты находишься, ну, то есть в любом случае он в игре, каждый из нас где-то напрягается, чтобы все было удачно и было хорошо, чтобы он, у него все получилось, и главное, чтобы он был и остался здоровым. Вот. И поэтому, когда какие-то такие ситуации случались, ну, вот как в нашем опыте, они были в Германии, конечно, ты очень внутренне переживаешь, но ты понимаешь, что, наверное, в этой ситуации ты не можешь расклеиться, потому что, возможно, ему еще хуже, и ты становишься каким-то кремень, наверное, как камень какой-то такой, пытаешься держать вас двоих. Ну, это, наверное, и есть эти партнерские отношения, когда вы стараетесь вот, поддерживать и в горе, и в радости, и в какие-то сложные периоды, ну, вот как-то так. Денису Смарку после матча, и как у них вообще с настроением в этот момент, после неудачных матчей? Ну, тяжело. Это не было в этот сезон. Ну, было, да, да. Была какая-то... Когда ты хочешь какой-то сделать результат, да, у тебя не получается. И поэтому, когда после любого матча в машине едем, я сижу, молчу. Ну, я молчу, и мы молчим. We are not quiet, да? We are not so quiet. Более эмоции, да? У нас есть другая история. Ты просто молчи. Не, у нас просто, когда мы едем вдвоем, типа, ну это своя атмосфера, но когда мы подвозим там Марку или Нетали куда-то едем ужинать после, это все crazy. They are used to it. Слышала, слышала, да. И мы эмоционируем, и мальчики такие сидят, типа. Да, I think we are more... Мы хорошо, что Анна здесь, и потом она... Тихо, спокойно. Спокойно, Нанет. I think, like... Marco is like more quiet person. I am always like rather expressing emotions and like I tell if it's bad, it's bad. Mm-hmm. If I see that he maybe gives 100% but it was a bad day, I am not so angry. But maybe when so angry. But you're angry. Maybe when I tell him, Marco, you know that this wasn't good, and then he says, yes, but it wasn't so bad, and then I become angry, I think. Like he is, no. I think it's just like normal. We just speak like louder and that's yes, it. Yes, louder because it's our country. Our country, we like to speak loud. Yeah, we home, everybody speaks yes. With everybody like. Мы первое время, помнишь, да? It's not funny, it's normal. Да, но первое время, когда вот мы с ними познакомились, они такие, там это, Марко, Анет. Здесь такой, тихо, не ругайтесь, не ругайтесь. Мы не ругаемся, типа, и мы такие, окей. У нас есть много таких маленьких секретиков. Тая научила меня, ну, как готовиться к играм ментально, психологически. Вот, физически она, к сожалению, не может это делать. Это я делаю на тренировках с тренером, с командой. Она занимается йогой, и меня к этому тоже как бы подтягивает, так скажем. Вот, делает разные практики. Один раз она сделала какую-то практику, я об этом не знал, пришел с игры, она говорит, ну вот я сделала практику, видишь, как ты хорошо сыграл? 11 мячей. Я говорю, я в это не верю. Ну давай следующую игру сделаешь. И получилось, что я опять хорошо сыграл. И теперь, когда какие-то важные матчи, я прошу ее там сделать эту практику. Вообще я Таю считаю как бы своей музой, так скажем, потому что, ну, действительно во многих моментах таких тяжелых, спортивных, когда вот травмы какие-то тяжелые, она со мной ездила и в Москву на операцию, и поддерживала морально, поэтому
Естественно, да, с женой мне очень-очень сильно повезло. У любого спортсмена, у Дениса с Маркой, есть также свой режим, как в питании, так и в отдыхе. Какой у них режим и как они готовятся к играм? Меняется ли в этот период как-то ваша жизнь? Питание? Режим? Подождите. Конечно. Нет, есть режим, есть какой-то обязательный сон дневной, то есть это 100%, это всегда. И я ненавижу спать днем, и я этого не понимаю. Я это принимала очень много лет. И такая, ну почему мы не живем эту жизнь? Почему мы спим? Но это важно. Важно, чтобы это было не поздно, не рано, как-то вот в каком-то обычном стабильном режиме. То есть стабильность, это, мне кажется, очень важно для спортсмена, что у них вот есть четкие вот распределения вот этого дня, распорядка дня. Потому что когда даже те же самые выезды, это дестроит, да, там, сборная, это тоже вообще другой, приезжает вообще там, так. То есть это режим очень важен. I think like it's very important to feel like good on days during the week that you can then perform great on weekend. So yes, Norma, to have like this how to say like slow life. I don't know, like stability. Give everything yes, stability and give like everything on training. So also at home everything needs to be how to say taken care of or with the food or with whatever you can help to like they then achieve good results. Да, согласна. Мы все делаем вместе, то есть это одна, наверное, из немногих традиций, которые у нас есть. У нас все приемы пищи, допустим, мы всегда завтракаем, обедаем и ужинаем вместе. И кушаем мы одинаково, то есть по-спортивному, и режим дня у нас тоже у всех спортивный. То есть мы просто как-то синхронизировались, я бы сказала. Да, на самом деле, вот я хотел сказать, если там какую-то там, не знаю, идея там... Как-то сесть там, попробовать какую-то там диету, еще что-то. То есть реально друг друга поддерживаем. Появилась Ева, детское там питание, все классно. Все, мы все вместе едим, как Ева, реально. То есть, спим, как Ева. Соль, у нас даже сахара, есть... Мы, ну, вот, ну, первый нас... год так точно. То есть, да, спим, как Ева. Или у как... нас есть тихий час, да. Да, то есть, ну, спортсмены это все знают, что там в обед, там, если две тренировки, ну, это святое дело. Вот, но у нас Ева тоже спит два часика, мы отдыхаем, ну и Даша такая смотрит на нас, ну и сама нет-нет, да, может прилечь отдохнуть. В прошлом сезоне жены гандболистов образовали такой некий перформанс, все надели майки ВДК, подняли баннер в поддержку команды. Кто был инициатором, как вообще пришла идея? Это не была чья-то определенная идея, то есть мы просто собрались вместе с девчонками и, ну, как мы помним, прошлый сезон был такой очень тяжеловат на победы. И нам хотелось как-то поддержать мужей, поддержать команду, поддержать просто болельщиков. И думаем, ну, будет классно, если мы что-то сделаем общее. И пришла идея, да, вот да. Все мы сидели тогда, что типа мы все сделаем и футболки именные, то есть вот, как, которые, в принципе, я сейчас постоянно ношу. Та самая. Вот, и мы просто поехали и в Минск тогда, и дома еще играли, и потом еще раз дома, вот когда финал был. И вот это вот, то, что растяжка. То, что там вот вы лучше. Это вот как-то пришло нам всем. Мы просто искренне хотели как-то, ну, поддержать, помочь. Потому что, ну, реально был сложный какой-то момент такой в команде. И мы подумали, что это поможет. Ну, помогло. Как вы реагируете на неудачи и несправедливости на площадке? Мы? Да. Или ребята? Нет. Ребята, понятно. Мы хуже. Мы crazy. Нам, не, ну как реагируем? Мы пытаемся понять, как помочь, как остановить этот внутри вот эту борьбу мальчиков. Они же тоже понимают, что это, ну, что-то пошло не так, они начинают об этом думать, анализировать. В первую очередь мы все-таки как бы помогаем эту эмоцию пережить, прокручиваем ее вместе, обговариваем это вместе. То есть у нас нет такого, что все плохо, все бросаем. Нет, это не так работает. То есть все должно быть, все нормально. Так бывает, это спорт, это... Все. Ну, злимся мы, конечно, да. Сильно. Injustice, I think, with like connected to referees, I think this really angers us. Да, and да. I think because also we are afraid that our players get hurt, like physically hurt. And that's why I think we always react more when they get hit in head or they can get injured. And then we are always like... Yes. Или попадает в голову, повторю, да? Да, тоже переживаем часто. Каждый, ну, каждый это нас делает, да, мы становимся как бы агрессивными. Да. А так как бы, когда какая-то крутая игра, которая вот выдает эмоцию, мы наоборот, нам как-то даже прикольно, то есть такие, о, классно, адреналин. Почему нам всем очень нравится в Бресте? Потому что как-то произошел коннект. То есть у нас нет такого, что мы как-то разрознены, не все вместе, не дружим, не общаемся. Это не так. То есть мы реально все вот, ну, дружим, то есть мы друзья. Я благодарна тебе за то, что у тебя такая работа. Я познакомилась с Аннет, смотрите. У меня есть...
У меня есть очень много классных друзей, которые просто пришли в мою жизнь в какой-то момент. И это круто. Да, да, это очень круто. Семья. Мы. Любовь. Для меня это любовь, поддержка, вера. Я соглашусь, это действительно любовь, взаимопонимание и какие-то, наверное, общие интересы, мечты. Семья – это поддержка. Да. То есть для, мне кажется, это самое базовое, это правда. То есть это не, это самое главное. Ну, то есть когда у тебя есть семья, которая стоит за тобой, которая тебя постоянно поддерживает. Плохой день, хороший день, классный день, не очень день. И когда тебя реально любят, поддерживают, это касается и родителей, и жены дома, и детей, там, да, у кого есть все. Это касается просто твоего тыла. Это очень важно, чтобы там была просто поддержка. Ты классный, все хорошо, спокойно. Я знаю, что ты знаешь. I agree with that. I think family is like big part. Yes, like love and peace at the same time where you can be like whoever you are and have like your dreams. And be who you are, and people support you with this. Who you are, who you want to be, and like your dreams, your visions, and yes, they want the best for you. Maybe it's. Мне кажется, что без семьи мы бы не стали тем, кем мы сейчас. Yes. Пусть это будет семья, которая у тебя есть или приобретенная, или там. Ну, мы все равно, как бы, когда женимся, да, у нас получается объединяется семья. И то есть мы что-то берем оттуда, что-то берем оттуда, и это так круто. Ну, то есть у нас получается одна большая веселая семья. Что самое трудное в семейной жизни? Взаимопонимание, найти вот этот вайб. Я соглашусь. Раньше были частые выезды, но сейчас иногда... Трудно, когда, да, разлучаемся, наверное, на какой-то долгий период. Угу. Вот. Вот это, наверное, самая такая трудность. Шутки Дениса тут, в принципе. Иногда туманчик. Ну, ты согласен, ты знаешь, о чем я говорю. Нет, самое сложное – это быть в ресурсе, быть в балансе, потому что очень часто бывает такое, что и у него плохой день, и у меня плохой день. И ты такой, типа, ну, надо концентрироваться на чем-то. И то есть, если два плохих дня скапливаются в одном месте, это плохо. То есть, нужен баланс. То есть, сегодня мне плохо, но я вижу, что ему хуже, я отступлю. То есть, я сделаю этот баланс. В следующий раз я приду, там, злая, все, меня не трогает, два часа, я там, у меня кипит мозг. Все. Баланс. Я считаю, что это очень тоже важно. Хотим поздравить всех с праздником семьи, пожелать всем любви, счастья, взаимопонимания и удачи, наверное. Всех поздравляем с этим классным праздником. Семья – это очень важно. Семья – это наш тыл, семья – это наша поддержка, наше внимание. И очень здорово, когда оно у тебя есть. Поэтому мы желаем всем счастливой семьи. Привет всем. Привет. С днем семьи. So happy family day also from us. We wish you happy and connected family, a lot of fun together, nice relationship, and all the best for your families. Let all your wishes come true. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с Днем Семьи, желаем любви, счастья, взаимопонимания и слушайте своих друзей. Да, хочется добавить.